А помните, тетя Дина нас еще маленькими гоняла, когда у нее ягоды с гряды воровали? Да, Санек, тогда проблем вообще не было. Тебе-то ладно. Ты по кику на России первым стал. Уже результат. Делать надо что-то, пацаны. Бизнес. Крутиться как-то. А то еще лет 20 про нас так же будут говорить. Вы только им не наливайте. Мне бы зал свой открыть, малых тренировать. Ну, каждому свое. Мне вот еще годик осталось от армии побегать, а потом все, я свободный человек. Не, ну так-то мы все родине должны. Да, родине все должны. А родина кому что должна? Вот страна. Ты всем должен, а тебе никто. Да не гони, я ж тебе пятихатку торчу. Да. Слушайте, может, до магазина сгоняем, а то кончилось все. А вдруг гайцы? А я что, пожарник, что ли? Ну что, погнали? Погнали. Погнали. Еще звонит. Урод. Дятел. Ты нормальный? Вообще, я не знаю. А что за пацаны? Кто это? Не знаю. Барышня, привет, девчонки. Привет. Здравствуйте, а чего вы здесь мерзнете? Ночи холодно. Да, мы прогуляться. Да надо ехать к нам, у нас на даче так тепло. А дом тепло, хорошо. Да, еще тепло и вкусно. Очень вкусно. Мы вообще-то заняты. Да? А почему? А вдруг вы нас украдете? Мы вас украдем, а потом вернем. Ну, давай. Ты слышишь, шалава? Тебя на 5 минут нельзя оставить, ты уже с кем-то трешься. Ты как с девушкой разговариваешь? Ты вообще пасть закрой. Сука! Быстро, давай! У тебя что заряжено было? Да 3 шумовых, 1 резинка. Да ё... Чё, резинка что ли была? Один, по-моему, не встал. Три восьмерки, Дивногорск, по ориентировке задерживаем черное приора. Оса твоя? Моя. Стрелял кто? Ну я стрелял. Да мы с девчонками возле магазина, да их толпа чё там была. Чё ты мычишь? Ты человека завалил. Да ладно. Прохладно. Сидишь тут воздухом дышишь, а человека не вернуть. Куришь? Да нет, спортсмен. Ну тогда пиши, спортсмен. А пацаны-то ни при чем. Ты пиши, как было, а там посмотрим. Товарищ подполковник, входи.
Руслан, тебя-то какая нелегкая туда понесла? Товарищ подполковник, а я что, убегать должен был? Их там человек 10 деревенских было. Ну, как мужик мужика я тебя понимаю. Но как начальник подчиненного нет. Неполное служебное тебе. Занесение в личное дело. С приказом ознакомишься в кадрах. Есть неполное служебное. Если бы не дед твой, то ты б с этого кабинета вышел сейчас без погон. Старший лейтенант Афанасьев, Центральный РУВД. Волинский Максим Викторович здесь проживает? А, нет. Танюш, кто там? Военкомат. Ну что, добегался Усейн Болт? Одевайся, Макс. Да. Мужики, на год ухожу. Дайте с любимой попрощаться. Ну чё? Ну я не завтракал. Ну так-то да. Да угощайтесь без проблем. Ну у вас 15 минут. Всё, понял. Хороший боец получится. Это точно.